Вот иду на Кокжуляу. Буду примерно вот там вот. Байк у меня Скотт Гамлер 720-25 колеса и изменяемая геометрия. До этого я снимал. До этого я снимал в 2015 году спуск с обсерватории на Каменском плато. Через нее в этот раз буду снимать спуск в ущелье Алмарасан, то есть через левый хребет горы. Вот так вот. Вообще в этот раз иду необычайно холодную погоду, но в майке, потому что очень жарко. Подъем очень тяжелый, особенно с велосипедом. Вот, и открываются вот такие другие красоты. Потому что осень все-таки, все желтое. И не зеленое, скажем, как летом. Хоть и Кокжуляу весь подъем идет наверх, но бывают такие места, где можно спуститься, как тут. Причем очень прикольно. Чтобы поесть вот такую вот лапшу в кисло-сладком соусе, потом спуститься на байке. Это адский труд. Но оно того стоит, ведь такая красота не везде.